Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Питбуль и Блэк Мамба. Ну что ж, друзья, вы просили, получайте рунделек и тяга на жгуте борцовском. Я думаю, сейчас будет это интересно. Что же покажет рунделек? Ну, я уже, в принципе, занимался с ним. Конечно, я использовал двойной тросик. Сегодня мы сделаем поаккуратненькому. Сегодня мы будем использовать чисто один трос, главное, чтобы сейчас собак тут никаких не было. Как говорится, ребят, все дело на свой страх и риск. Но я, в принципе, подстраховался, как я и говорил. Почему? Многие писали мне, вот, там, сделай, короче, обычный там узел. Ага, узел. Смотрите, ребят, где я сейчас нахожусь и какой здесь узел, о чем тут говорить-то. В общем-то, ребят, это все опасно. Вот о чем я говорю, вот собака идет. Успокойся, Рон. Успокойся, успокойся, малыш. Все нормально. Так что, ну что ж, начнем тренировочку. Я думаю, будет очень интересно. Да-да-да. Да, малыш. Что, пошли. Давай-давай. Давай-давай. Молодец, мальчик. Пошли. Пошли-пошли. Что? Что там? Подожди. Теперь мне надо главное взять. Назад. Пошел. Ну что, ребят, с рудником прям ходячее какое-то приключение. Сейчас так навернулся, он за меня, короче, забежал. И был полнейший трешак. Все, обмусляю. Жарко, жарко. Я спарился, ребят. Очень жарко. Сейчас, наверное, я думаю, градусов под 19. Негоже, конечно, в такую погоду заниматься. Ну пофиг, раз. Молодец. Два. Молодец, малыш. И молодец. Молодец, парень. Давай. Четыре. Молодец. Пошел. Давай. Давай, давай. Пять. Молодец. Шесть. Молодец. Давай. Давай, давай. Иди сюда. Фу, жарко. Давай. Семь. Молодец. Восемь. Молодец. Очень жарко, блин. Сдохнуть можно. Девять. Молодец, молодец, мальчик. Девять. И десятый. Давай, давай, давай. Молодец. И последний. Давай. Пошел. Не сапали. Вот так вот. Молодец. Давай еще. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Хорошо. Хороший мальчик. Все. Отдыхай. 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 Да, жарко, жарко. Я спрел уже. Охренеть, как жарко. Ну что ж, ребят, все, тренировка у нас прошла успешно. Рундику хватит. На улице очень сильно потеплело, я говорю, градусов под 19, под 20, наверное. Очень тяжело. Мне самому в этой куртке тяжело, ребят. Это не с текилой заниматься. Я охренел немножечко. Честно могу вам сказать, я охренел. По-другому просто не скажешь. В общем, спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. С вами был канал Питбуля Блэк Мамба. До скорой встречи!